Давайте мы сейчас посмотрим, как это происходит сегодня. Что потом снова не говорили, что была реклама, и нам не говорили, что его не надо делать. Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Украина и так далее. Я бы хотел понять, ведь такая реклама, это очень дорого. Очень дорого. Откуда деньги-то? Сами участники оплачивают. Сами участники. Добровольно. Расходы я вижу. А на чем зарабатывать? Все предельно просто. Угу. Это финансовая пирамида в чистом виде. Об этом написано на сайте. То есть это в чистом виде финансовая пирамида? Написано на сайте предупреждение. Предыдущим за счет последующих. Никаких инвестиций, ничего. Совершенно очевидно, что чтобы эта схема существовала, достаточно лишь обеспечить приток новых. Скорость расширения. Это достигается рекламными усилиями, поэтому все вкладывают в рекламу. Правильно я понимаю, что выплаты первым осуществляются за счет поступления денег последним. Только так. И никаких вложений ни во что нет. Никаких вложений? Никаких. То есть, иными словами, если прекратится приток денег, то те, кто вложил их последними, получить их обратно не смогут. Разумеется. Но почему он прекратится? Люди на земле, что ли, кончатся? Если всем платится от 20-75% в месяц, то почему же он прекратится? Пока живут на свете дураки, обманывают нам там, извините, не население. Денежная масса растут. Итак, 7 миллиардов населения в мире. И все 7 миллиардов наконец-то прониклись величием идеи Мавродии и вступили вот в эту пирамиду. Так оно и будет? Конечно, будет. Обязательно. Так вот, когда вступил 7-миллиардный, последний, вот, а те, кто родятся на следующий день, денег пока не имеют, из чего мы им деньги будем платить? Не 70%. Пирамида замкнется. И в этот момент все деньги будут вернуться в ней. Вот так. Мне кажется, очень важно то, что сказал Сергей. Вот смотрите, то есть он говорит, да, и денег тех, кто принесет, мы платим тем, кто впереди. Да. Я вот прочитал у вас на сайте фразу, почему во всем мире борются с пирамидами. Вы пишете, потому что пирамида производит деньги. Да-да, именно так, деньги из ничего. Из воздуха. Правильно. А деньги только из воздуха и производятся. Деньги производятся только... Они только из воздуха и производятся. Деньги производятся только... А вот вы как считаете, а из чего деньги производятся? Только из воздуха. От труда деньги производятся. Вы хотите стать участниками нашей программы?